Салам алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит РГВК, и доброго времени суток тем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. В эфире 13-й выпуск проекта «Колеса» – передачи про автомобили, дороги, дорожные происшествия и все, что с этим связано. И веду этот проект я, Ахмед Газиев. Мы продолжаем вести эстафету телевизионных эфиров нашего канала, ведя дорожную летопись. И нам есть о чем вам рассказать. Но сначала предлагаю увидеть, как прошедшая неделя выглядела в цифрах статистики ДТП. Внимание на экран. С 9 по 15 августа 2021 года на территории Дагестана зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых 12 человек погибло и 64 получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых 7 детей. Управление госавтоинспекции по Республике Дагестан настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения соблюдать правила, быть внимательными во избежание непоправимых последствий дорожно-транспортных происшествий. Водителям следует помнить, что от их действий зависит жизнь и здоровье окружающих участников дорожного движения. На днях 3 машины столкнулись в Магарамкентском районе, сообщает сайт ГУ МВД по Дагестану. Примерно в 13:45 на 4-м километре автодороги Габцах-Магарамкент автомобиль Toyota Camry под управлением 19-летнего жителя Дербента и Ford Focus, за рулем которого был 27-летний местный житель, совершая обгон, выехали на полосу встречного движения, из-за чего спровоцировали столкновение с поворачивавшей налево Hyundai i40 под управлением еще одного местного жителя 24 лет. В результате аварии водитель Hyundai, двое его пассажиров и двое пассажиров Toyota Camry с различными телесными повреждениями были госпитализированы в местную больницу. По факту собран материал для вынесения процессуального решения. А вот смертельное ДТП в Дагестане с участием астраханки попало на видео. На автотрассе Астрахань-Махачкала произошло ДТП, в котором погибло 2 человека. Виновником дорожно-транспортного происшествия оказался 73-летний мотоциклист. За рулем Урала он выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Venza под управлением 37-летней жительницы приволжского села Началово. Итог инцидента оказался трагичным. Пенсионер и его 53-летняя пассажирка скончались на месте. Ну а мы призываем вас быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Ну а сейчас время, когда мы предлагаем вашему вниманию видеоподборку автомобильных аварий. Думаю, что после просмотра этого контента хотя бы одному лихачу не захочется давить на педаль газа.
Подборка новинок мирового автопрома – это не только эстетическое удовольствие, но и мотивация больше работать, расширять свои профессиональные компетенции и увеличивать свой человеческий капитал. Жадность – это не всегда плохо, особенно если это единственный повод встать с дивана, хотя бы ради того, чтобы заработать на крутую тачку. Погнали! Театр начинается с вешалки, а премиум автомобиль – с ключа. Но почему у К900 почти такая же зажигалка, как комплектуется Stinger и Seat? Бесключевой доступ есть в базе, однако по корейской традиции с кнопками на ручках дверей, а приятно срабатывающие электрические доводчики – привилегии топ-версии премиум за 3,9 миллионов рублей. Сзади вроде все попремиальнее. При нажатии на кнопку REST переднее сиденье учтиво сгибается в поклоне и не уезжает к самому бардачку, а мое кресло расползается в положении самолетного уровня Comfort Plus. Остается прикрыть шторки на окнах, на боковых вручную, сзади электроприводом и дремать. Жаль, ноги не вытянуть. Ступни под переднее сиденье не помещаются, и планшеты на спинках передних кресел несъемные и с пассивными экранами. Зато К900 радует мягкой кожей сидений, породистыми металлизированными кнопками на центральном подлокотнике и удобной шайбой контроллера мультимедиа-системы. Задний пассажир имеет доступ к навигации, музыке, настройкам акустики. Можно выбрать режим VIP-звук, и баланс будет автоматически сфокусирован на вашей очень важной персоне. Жаль, Kia не S-класс, в том числе и по плавности хода. Пружинная подвеска с регулируемыми амортизаторами не может столь же эффективно гасить вибрации при проезде трамвайных путей или участков с брусчаткой. Шумоизоляция тоже не дотягивает до премиума. Несмотря на двойные боковые окна, в салоне слышны и шум ветра, и дробь гранитной крошки на дороге. Не помогает даже активное шумоподавление, которое призвано гасить посторонние звуки при помощи штатной акустики. В начальных комплектациях сиденья обиты кожей, передняя панель и двери – кожзамом, а в топовой комплектации премиум салон обит кожей Напа, потолок – светлой замшей. Переднее кресло с обогревом, вентиляцией и широким выбором электрических регулировок. У водителя настраивается боковая поддержка. При включении режима Sport валики автоматически поджимаются в области талии, а когда пересаживаешься за руль, к прочим звукам на разгоне добавляется отчетливое урчание мотора, точнее его имитация. Синтезированный баритон транслируется через динамики. Зачем? Ведь азарта нет даже в режиме Sport. Это в Америке под капотом будет сразу 3.3 V6 Twin Turbo мощностью 365 лошадиных сил. А в России шестерка безнадувная и развивает 249 лошадиных сил. 16-цилиндровый седан мягко следует за педалью акселератора, а 8-ступенчатый автомат информирует о смене передач лишь взмахом стрелки на шкале тахометра. Особой похвалы достойно поведение коробки при торможении. Как вовремя, без рывков, она переходит на пониженные передачи. Если нужно после замедления ускориться, то никаких заминок. Причем не только в режиме спорт, но и в комфорте. Может, такой алгоритм и не самый оптимальный с точки зрения экономичности, но однозначно удобный. Кстати, в К900 можно лить и 92-й бензин, хотя рекомендуется 95-й. Все же речь о моторе с непосредственным впрыском, давление которого для нового К900 было повышено со 130 до 200 бар. Капот на газовых пружинах открывает доступ к V-образной атмосферной шестерки серии Lambda, дефорсированной специально для нашего рынка до 249 лошадиных сил. Давление непосредственного впрыска топлива на модернизированном моторе было повышено со 130 до 200 бар. Диапазон регулировки фаз на впуске расширен с 50 до 75 градусов. Управляется 5-метровый 900-й надежно, однако без откровений и с затуманенным усилием на руле. Попробовал поскользить, ведь если Corus был исключительно заднеприводным, то К900 построен на той же платформе, что и Kia Stinger с седанами Genesis. И в России, как и в США, привод на все 4 колеса с муфтой подключения передка будет в базе. Уже в базовой комплектации Kia K900 предлагает полноприводное шасси с многодисковой муфтой подключения передних колес. В пределе на них может быть подано до 50% крутящего момента двигателя, но в большинстве режимов распределение момента имеет ярко выраженный заднеприводный характер. Так, в режиме Sport тяга между передними и задними колесами распределяется в соотношении 1 к 4, но на снегу особого кайфа нет. Только система Presave подтягивает ремни безопасности, готовясь к худшему. А через километров 10 вождения по снегу с легкими скольжениями и под надзором неотключаемой системы стабилизации запахло горячими колодками. Похоже, слабость, которой страдал Kia Corus, перекочевала и на новый К900. При активной езде тормоза перегреваются. Некоторые умельцы даже меняют штатные тормозные диски на расточенные от Мерседесов. Зато как удобен большой проекционный дисплей с наглядными подсказками предстоящих маневров и знаками текущего ограничения скорости. Правда, это данные из базы навигации. Камера считывания временных знаков К900 не оборудован, а вот активный круиз-контроль есть. Но основная электронная фишка – трансляция изображений с камер, вмонтированных в наружные
задние зеркала. Включаешь правый поворотник и вуаля, вместо шкалы тахометра появляется изображение обстановки справа от автомобиля. Левый поворотник – картинка вместо спидометра. Эффектно. Однако на практике зеркала все же привычнее и надежнее, да и от грязи боковые объективы не защищены, как и камера заднего вида. Сегодня техническая страничка нашего проекта посвящена свечам зажигания. Для тех, кто не в курсе, это устройство для поджига топлива воздушной смеси в бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Если сильно упрощать, то свечи нужны для того, чтобы машина ехала. Внимание на экран! Если вдаваться в детали, все происходит так. В нужный момент свечи поджигают смесь бензина и воздуха. В нужный момент – это за доли секунды до того, как поршень в цилиндре дойдет до верхней мертвой точки и сожмет топливно-воздушную смесь. Свеча дает искру, смесь поджигается, расширяется и давит на поршень, который через шатун проворачивает коленчатый вал. Он, в свою очередь, вращает колеса, и машина едет. Если все в порядке, это происходит в любом режиме работы двигателя, на минимальных и на высоких оборотах, и абсолютно во всех цилиндрах. Бензин в смеси сгорает хорошо, двигатель работает так, как должен. В этом материале мы рассказываем, как подбирать свечи, когда их менять, и как не ошибиться при их замене. Когда кто-то говорит о том, что затюнил свой мотор, он рассказывает про то, что прикрутил туда турбину, поставил клевый блоуф, установил какой-то супермоднявый коллектор, но зачастую многие из этих людей забывают о том, что вместе со всем этим делом нужно озаботиться и тем, что необходимо установить те свечи, которые будут со всем этим корректно работать, потому что свечи бывают самые разные, под различные цели и задачи. Как работает свеча зажигания, разобраться нетрудно. В бензиновых двигателях смесь поджигает электрическая искра. Она возникает между двух электродов свечи зажигания. Расстояние между ними может отличаться, в среднем это примерно миллиметр. Еще это расстояние называют искровым зазором. Искровой зазор должен быть именно таким, каким его предусмотрел производитель свечи, чтобы с одной стороны искра образовалась, а с другой, чтобы у нее было достаточно энергии для воспламенения смеси. Чтобы пробить искровой зазор в 1 мм, нужно напряжение не меньше 20 тысяч вольт. Такое напряжение обеспечивает катушка зажигания. Она преобразует ток бортовой сети 12 вольт и делает так, чтобы на электроды подавалось нужное напряжение в десятки тысяч вольт. Работой катушек зажигания в современных автомобилях управляет электронный блок управления двигателем. Катушка может стоять в отдельном модуле зажигания и связываться со свечой через высоковольтный провод, а может стоять непосредственно на свече. Стандартный высоковольтный провод рассчитан на напряжение до 40 тысяч вольт. Если блок управления зажиганием или катушки неисправны, а высоковольтные провода изношены, совершенно не важно, насколько свечи новые или дорогие. Будут пропуски зажигания или искры не будет вовсе. С другой стороны, неисправные свечи перегружают высоковольтные провода и катушку зажигания. Энергия высоковольтного импульса вместо искры рассеивается в них, из-за чего они могут выйти из строя раньше срока. Любая свеча зажигания в нашем двигателе работает далеко не в самой благоприятной среде. То есть внутри камеры сгорания у нас температура способна повышаться до 2000 градусов, а потом падать обратно до фактически температуры окружающей среды. Это раз. Два. Давление в камере сгорания достигает 50 атмосфер. А если у вас еще и детонирует двигатель, то это давление может подниматься до 150 атмосфер. Вольтаж, который у нас приходит на свечу, порой достигает 40 тысяч вольт. Это реально много. Но при всем при этом, в такой агрессивной и злобной среде свечи срабатывают и работают 10, 20, 30, 40, 50 тысяч километров. Срок службы свечей, указанный в сервисной книжке или инструкции по эксплуатации автомобиля, действителен для оригинальных свечей, и его нередко можно увеличить, поставить вместо никелевых свечей платиновые или иридиевые. Примерный срок службы свечи зависит от металла на концах электродов. Они постепенно выгорают, материал изолятора деградирует, его электроизоляционные свойства становятся хуже, а значит, рано или поздно искра пойдет между боковой частью центрального электрода и корпусом свечи. Но чаще бывает, что электроды свечи изнашиваются, расстояние между ними увеличивается, и катушки зажигания все сложнее образовать искру. Свеча не всегда перестает работать полностью, хотя такое тоже бывает. Перебои возникают сначала на некоторых режимах работы мотора,
Например, если резко нажать на педаль газа, топливо в таком случае будет сгорать не полностью, а полетит в трубу, на катализатор, устройство, которое служит для очистки выхлопных газов. Расход топлива возрастет, а срок службы катализатора сократится. Вот почему важно вовремя менять свечи зажигания. При этом неисправность свечей – это не единственная причина, по которой могут возникать пропуски зажигания. Нужно ставить только те свечи, которые подходят конкретному мотору по всем параметрам, о которых мы говорили выше. Именно поэтому подбор свечи лучше доверить профессионалу, например, консультанту специализированного магазина. Он посмотрит по каталогу и предложит подходящий вариант. Но есть и другой путь – можно воспользоваться официальным сайтом производителя свечей. Пойти на соцопрос для многих наших коллег страшнее пытки. Однако есть и те, для кого общение с людьми – это не проблема. Особенно, если людям есть что сказать. Короче, рубрика «Соцопрос» на ваших экранах. Смотрим и удивляемся. Как вы оцениваете общественный транспорт? Давно не ездил. Ну, сейчас уже получше. Ну, заметно это уже, как бы заметно по-любому. Давно не катался, конечно, но приходится, пару раз ездил. Ну, вполне удобно, только единственное замечание сделал бы маршрутникам, которые в переполненных маршрутках, вот маршрутки битком забиты, вот невозможно дышать, они все равно сажают пассажиров. Вот единственное, вот это вот не нравится мне. И получается так, что молодое поколение стоит, по-любому приходится стоять, то, что взрослые выходят, ну, воспитание нам не позволяет сидеть, когда взрослые или девушки стоят. Ну, нормально, только газели слишком много. Вот появились эти бусики какие-то. Раньше, еще я маленький был, я помню, это автобусы ездили большие. Намного лучше было. Из пяти – два. Начнем с недовольных водителей, которые орут, ругаются. И вечно чем-то недовольны, которые водят не особо. Если давки нет, то нормально. Как вам сказать? Вы сами поездите, сами увидите все. Ужасный транспорт, потому что автобусов нету, троллейбусы не ездят нормально, а маршрутки все нагло себя ведут. И ужасно жарко в маршрутках, невозможно. Я очень хорошо, мне очень нравится общественный транспорт, даже больше, чем такси, он иногда мне нравится, потому что в такси как-то сухо, а в общественном транспорте мне всегда нравится обстановка и водитель, ну не знаю, мне очень нравится. К общественному транспорту очень положительно. Как же без общественного транспорта? Очень хорошо и... Положительно. Да почему маршрутки, троллейбусы все устраивают? Ну, потому что я слишком редко езжу, я в Москве живу. Положительно. Я сам даже езжу. Маршрутом, троллейбусом? Да, и такси. И набитый битком. Вот стоят приходится. В маршрутках это у нас такая проблема. Во всех маршрутках есть такая проблема. Да. Ну, это вообще ужас, конечно. Это ужас. Грязные, плохо пахнущие. Водители невежественные. Они вообще, такое ощущение, что не людей везут, а дрова там, да. Общественный транспорт, брат. Люди вообще, как это сказать, при такой жаре очень сильно... Невозможно будет находиться в машине, потому что соло жара, соло кондиционеров нету, брат, маршрут очень старый, брат, ездит, поэтому раньше без правил. Нормально, пользуемся часто, троллейбусы нет, в маршрутках, в такси можно. Ну а сейчас время нашей рубрики забавного видео, снятого на камеры мобильных телефонов, автомобильных видеорегистраторов или камеры наружного наблюдения. О том, как эффектно попасть в топы YouTube или Instagram, мы все уже хорошо знаем. Хотя те, кто попали в наше видео, мне кажется, о наличии камер даже не подозревают. Иначе вели бы себя несколько по-другому. В общем, внимание на экран.
Ну а сейчас время нашей рубрики забавного видео, снятого на камеры мобильных телефонов, автомобильных видео. Ну а сейчас время завершающей рубрики нашего проекта «Гость за рулем». Мы продолжаем колесить по дорогам Махачкалы с Арсеном Гаджиевым. Он часто не договаривает, но каждый раз, когда он это делает, вы будете понимать, о чем это он и почему. Внимание на экран. Итак, мы продолжаем диалог с нашим гостем Арсеном Гаджиевым. Вы смотрите продолжение нашего путешествия по махачкалинским улицам. Мы ведем разговор о том, как организовано дорожное движение и как ведут себя на дорогах наши земляки. Мы задаем наши каверзные вопросы Арсену Руслановичу, ну а он как может выкручивает баранку своего служебного авто. И все-таки, в ситуации с наведением порядка на наших дорогах, что-то зависит от самих граждан? Имеет ли смысл делать замечания, организовывать кампании и обращения с призывом соблюдать правила дорожного движения? Конечно, замечания делать стоит, культурно, аккуратно, без агрессии, опять-таки. Вот, и, ну, это как бы один из способов, да? Все должно быть в комплексе, как я уже сказал. Это наряду с другими профилактическими мероприятиями. Доброта, воспитанность и уважительные отношения на дороге помогают? Нет, ну на самом деле нужно пример подавать. Вот, когда ты уступил там, да, человеку. Я часто был свидетелем того, когда вот, уступаешь человеку дорогу, там, да, проехать, там, да, какая-то ситуация, ты ждешь, не сигналишь, ничего. Вот. Он сам сталкиваясь перед твоими же глазами ситуация, когда у другого какой-то случай нужно выехать и так далее, он сам уступает там или там где-то подскажет, там, если, там девушка, женщина за рулем. Да, то есть это же заразно, хороший пример тоже заразен. А в каком случае гражданам не стоит вмешиваться и нужно оставить все на усмотрение правоохранительных органов? Я скажу, что правоохранительные органы, сотрудники ГАИ, естественно, должны профилактикой заниматься. Но в первую очередь о жизни и здоровье граждан должны думать сами граждане тоже. Вот. Естественно, ну, у нас, к сожалению, где-то так бывают перекосы, что те или иные органы, они уже работают там с последствиями. Не надо доводить до этих последствий. Вот. Поэтому лучше заранее профилактику проводить. Вот почему сейчас мы в аптеку заехали. Вот. Чтобы провести профилактику заболеваний. Расскажите, кто у нас самый большой зачинщик бардака на наших дорогах? Золотая молодежь, таксисты, может, маршрутчики? Я не могу сказать однозначно, что та или иная категория. Мы все хороши в целом. В целом все хороши. Конечно, и общественный транспорт должен останавливаться строго в соответствующих местах. И молодежь должна беречь машины дядек и отцов. Ну, в общем, вода должна быть мокрой, масло масляным, дерево деревянным, и все должны ездить по правилам. Ну все, ну здесь на самом деле не нужно придумывать там велосипед заново, там колеса. Вот, все давно всеми придумано. Просто нужно соблюдать все. Как вы думаете, имеет ли смысл запрещать выезд на городские дороги старому транспорту? Почему? Ну, я не знаю, может быть, я не специалист в этом деле, но почему? Если у человека вот пятерка, шестерка, может, ему нравится на пятерке, на шестерке, а может, у него денег нет на другую машину, но это же не означает, что он не может выезжать. Другое дело, что мы не часто с вами видим, что на дорогах, ну, молодые люди именно за этими, да, дешевыми автомобилями ведут себя очень резво. Очень резво себя ведут и неоправданно на самом деле. Сам был свидетелем, как и рассказывали, видел, когда они совершали, становились причиной дорожно-транспортного происшествия, а потом держались там за голову там. Вот. Непонятно почему. Но опять-таки, если мы вернемся к тому, о чем мы говорили ранее, тем самым они пытаются, может быть, как-то там показать себя, там, проявить себя там. Ну, я не знаю, но это не самый лучший способ себя проявить. Там, проявлять там в рисовании, в спорте, там, да, в Дагестане, тем более, там, да, в каких-то других направлениях. Но ты, проявляя себя, ставишь под угрозу и других участников.
А насколько наши улицы и дороги приспособлены к движению такого большого транспорта, как автобусы и троллейбусы? У нас улицы довольно узкие в городе, в частности, в Махачкале. Да? Ну, учитывая еще о том, что у нас большое количество общественного транспорта, формируются заторы из-за этого, не очень приспособлено, потому что, как мы понимаем, все коммуникации в городе, они не рассчитаны на такое количество людей, ну, по мнению экспертов, я не эксперт, да, я ссылаюсь на них. Вот. Поэтому, в целом, если говорить по Махачкале, ну, это вообще тяжелый случай, на самом деле, не только в плане общественного транспорта, движения, дорожного движения, там, да, и коммуникации всех. Вот. Ну, это, конечно, нечто, что касается Махачкалы. Здесь сразу, разом там все это не исправить. Конечно, не приспособлены. Конечно, не приспособлены. Ямки есть на дорогах, понятно. Эти ямки тоже становятся причиной заторов и происшествий. Машины виляют, пытаясь объехать, выезжают на встречную полосу. И это целая, как бы, история. Ну, есть программы, в соответствии с которым, в которых там дорожное полотно там меняется, ремонтируется. Опять-таки, дороги, которые были раньше и сейчас, конечно, не сравнить, сейчас намного качественнее. Расскажите, пожалуйста, на каких машинах вам приходилось ездить? В том, что я отношусь к машинам очень спокойно. Очень спокойно. Понятно, что чем выше там класс, там комфортно может быть больше, какие-то там дополнительные опции и так далее. Я предпочитаю седаны. Ездил и на высоких машинах, на джипах так называемых. Вот. Но предпочитаю седаны. Мне комфортнее на седанах. Ну, разных моделей. Какая машина вас больше всего разочаровала? Да нет, я не могу сказать такое. Да, но я, ну, опять-таки, чем выше там объем, соответственно, больше расходов на горюче-смазочные материалы, на обслуживание в целом. Вот. Я повторюсь, опять-таки, долго на одной машине, так, чтобы там 5-10 лет я ездил, такого у меня не бывало. Вот. По тем или иным причинам я менял, как бы, машины. Вот. Ну, бывали разных марок, как и отечественного производства, так и иностранного. А какой из автомобилей, на которых вы ездили, вам показался наиболее комфортным и приятным? Вы хотите, чтобы я марку назвал? Да. Это будет нескромно, нет? Ну, может, это будет и нескромно, но скромность украшает того, кому больше нечем себя украсить. Разные были марки, и BMW, и Lexus. Вот, ну, наверное, на этом и остановимся. Ну, не, ну, там они разные, там есть прелести у каждой, и у BMW, если хочешь там поднажать чуть. Вот, а Lexus — это такая плавная, как на корабле, мягкая машина, особенно когда сидишь на заднем сиденье, все комфортно. Вот. Ну, иногда люблю за рулем самому тоже поездить. Особенно на наших отечественных или, как минимум, на механике, с механической коробкой. А как вы думаете, всем ли дано водить машину? Нет, я знаю людей, которые не очень любят водить машину. Вот. И они не водят, как бы, да, и нет никакой тяги к тому, чтобы водить. А дано — нет, ну, в принципе, научиться можно, я думаю. С другой стороны, здесь очень важны способности, там, концентрация и так далее, рассеянность, собранность. Кто хуже в Махачкале, пешеходы или все-таки водители? Я не могу сказать, пешеходы или водители хуже. Я всех не стал бы под одну гребенку, так сказать, загонять тоже. Есть и пешеходы, которые бездумно себя ведут, и водители, которые им подстать. Все друг друга стоят. Да, 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 да. В каких городах вам приходилось ездить и где, по вашему мнению, движение организовано лучше всего? Ездил я в разных городах, и в Москве, и в Краснодаре, и в Ставрополе, в разных городах. Но поудобнее, попроще, чем здесь, в Дагестане, нужно отметить, что попроще, поудобнее.
дороги покачественнее нет вот таких ямок, вот где люки обычно бывают. Вот, все выровнено, четко, линии нормально прочерчены, пешеходные, вот эти двойные, сплошные и так далее. Вот, ночью все комфортно. И люди стараются не выходить из своих рядов. Вот, может быть, на правой стороне там может быть полный ряд, там, а с левой там пусто. Но тем не менее справа налево никто не выходит, не выезжает. Ну все как бы комфортно. А вначале, конечно, непривычно. Непривычно. Думаешь, ну почему там свободно, а что здесь все стоим здесь? Ладно. А вы пользуетесь зеркалами при вождении? Хороший вопрос. Перед тем, как выйти на работу. Это был хороший вопрос. Расскажите-ка нашим зрителям, а вы соревнуетесь в дороге с другими водителями? Конечно, вот после того, что я рассказал до сих пор, я сейчас вам скажу, что я выезжаю на встречную полосу. Мне очень важно приехать первым. По-другому никак. Вот. Если в день раз на ручнике не дерну, там занос не сделаю, значит день прошел зря. Как вы думаете, можно ли отучить наших людей сидеть в смартфоне во время вождения? Мне кажется, это вообще беда. На самом деле, это очень серьезную тему. Сейчас вы затронули. Я часто даже замечаю, когда на светофоре стою, вот, что люди телефоны, как только чуть-чуть остановится или там затор, пробка небольшая, сразу в телефоны. Но это очень отвлекает внимание. Я считаю, что нужно на это обратить внимание, на самом деле. Да. А иногда вообще некоторые на трассе, на дальние расстояния, тоже к телефону. Вроде машин мало, скорость как бы есть, но хоть ты там едешь, но тем не менее в телефон, ну, чуть отвлекся, там выбежала корова, там, я не знаю, собака, все, приехал. А какое наказание должно быть за это? Ну, опять-таки, ну, штрафные санкции в КОАПе должны быть прописаны, думаю. А как вы относитесь к тем, кто не включает поворотники? Я включил сейчас. Очень хорошо отношусь, в кавычках. Ну, это очень сложно. Очень сложно. Ну, меня самого, кстати, да, ну, должен признаться, что еду, потом смотрю, какие-то косые взгляды, думаю, что случилось, почему так? Ну, забыл поворот не включить где-то, отвлекся опять-таки. Отвлекся, но не нужно отвлекаться, нужно быть внимательным, включать поворотники. Ну и ваши пожелания тем, кто выезжает на дорогу? Думать прежде всего о том, что им нужно доехать до пункта назначения. И доехать нужно целым и здоровым. Учитывать, что они отвечают не только за себя и своих пассажиров, но и за других участников дорожного движения. Вот. Что нам нужно здоровое поколение, здоровые люди. Нужно себя беречь, потому что это большое горе и страдания ближним, родителям, братьям, сестрам. Вот. Поэтому берегите себя, своих близких, соблюдайте правила дорожного движения, старайтесь. Вот. Не рискуйте, но это неоправданный риск, ну не стоит играть свеч, так сказать. Зачем? Молодые, здоровые, можете принести пользу себе, республике, стране. Ну зачем так себя губить там или калечить? Вот. Жизнь прекрасна на самом деле. Вот. И прекрасного много в этой жизни, поэтому не губите себя в первую очередь. И все. Вот уж действительно хорошее пожелание. Надеемся, что оно хотя бы отчасти будет воплощено в жизнь. Уважение друг к другу – это то, чего нам так не хватает. Ну а мы прощаемся с нашим сегодняшним героем и желаем ему легкой дороги и зеленых светофоров. Почему тогда я задал вопрос про то, где начинается СФБ правом дорожного движения, ты не сказал нигде. Вообще, где правила СФБ. Что ты скажешь, они нигде не соблюдаются, они везде одинаковые. И дорога это просто часть. Да, кстати, да. Часть всей этой. Я как бы это внутренне понимал, но я все-таки еще задумался, может быть, где-то соблюдают, не нашел нигде, ну что.
что везде одинаково. Да. И за рулем, и на дороге, и пешеходы. Все одинаковые. Да, да. Нет других. Да. Я вначале думал, что передача называется «На колесах», жена называется? Колеса. 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 А думал, тема будет как бы этот, я ну, сам это... Наркомания? Да нет, зачем наркомания? Ты что думал, что тема это? Вообще, как бы это сам я не думал, что только про вождение. Ну а у меня на этом все. Это был 13-й выпуск проекта «Колеса» и вел его я, Ахмед Газиев. Всем хорошей дороги и зеленых светофоров. Всего доброго.